Под Краснодаром в дорожно-транспортном происшествии погиб человек. Авария произошла в минувшую субботу утром за Яблуновским мостом. Здесь столкнулись микроавтобус, следовавший по 95-му маршруту, и легковой автомобиль. По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, чем спровоцировал ДТП. Водитель легковушки погиб. Спасателям пришлось вырезать его из покореженного кузова. В подробностях происшествия предстоит разобраться сотрудникам полиции. Глава района с рабочим визитом посетил Ильское и Черноморское городские поселения. Во время объезда Адам Джарим вместе с заместителями и главой поселения в поселке Ильском оценили сроки и качество строительных работ по капитальному ремонту зрительного зала Дома культуры. Благодаря софинансированию краевого и поселенческого бюджетов здесь в скором времени будет новая отделка стен, натяжные потолки, вместо старого паркета уложат плитку, появится звукорежиссерская, проведут новую электропроводку и установят сплит-системы. В новом зрительном зале установят удобные театральные кресла на 442 места. Сметная стоимость работ составляет более 3 миллионов рублей. Также в этом году отремонтируют фасад здания Дома культуры и приведут в порядок обочины, прилегающие дороги. Дом культуры поселка Ильского построен в 1966 году, и до нынешних дней возможность для проведения капитального ремонта отсутствовала. Еще одна большая радость для жителей и автовладельцев – заасфальтированная дорога по улице Длинной. Работы уже полностью завершены. Установлено освещение, нанесена дорожная разметка, пешеходные переходы и установлены препятствия, которые уменьшают или ограничивают скорость движения вашего автомобиля. Ремонт дорожного полотна стал возможен благодаря участию в краевой программе и софинансированию краевого и поселенческого бюджетов. Стоимость ремонта автомобильной дороги по улице Длинной составила около 3,5 миллионов рублей. Следующим этапом поселение планирует заасфальтировать отрезок улицы Коммунаров. Процедура проведения аукциона начнется с 20 июля. Стоимость работ составит порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. По улице Некрасова пешеходы в ближайшее время оценят новые тротуары и освещение. Работы уже идут полным ходом. Средства на капитальный ремонт тротуара выделили из бюджета Ильского городского поселения. Далее глава района посетил детский сад номер 8 в поселке Черноморском. Здесь для малышей уже установили новый просторный теневик. Средства в размере 320 тысяч рублей выделил районный бюджет. Обрадовавшись новой веранде, не остались в долгу и родители. За счет своих средств в этой же группе родители установили новую сантехнику, уложили напольную плитку и привели в порядок моечную. В нескольких группах обновили ковровое покрытие. За счет средств детского сада для благоустройства детских площадок приобретено оборудование, установлены удобные столики и лавочки. В ближайшее время детский сад начнет косметический ремонт. В школе номер 46 полным ходом идут работы по косметическому ремонту спортивного зала и учебных классов. В этом году, благодаря средствам, выделенным за ИСК, здесь уже установили новый санузел для школьников и отдельно для педагогического состава. В прошлом году школа отметила 60-летний юбилей. С 1976 года школу возглавляла Людмила Петровна Непиющая. Педагогический коллектив школы небольшой, но высокопрофессиональный. Награждены правительственными наградами директор и многие учителя. В этом году Людмила Петровна ушла на заслуженный отдых. Большое спасибо вот Людмиле Петровне, спасибо, да, которая вот так вот все эти годы содержала, даже и при безденежье, и все, она находила инициативных людей, вопросов нет, но всему свое время. А теперь есть много школ, которые лучше вашей школы. Вот надо с них брать пример и придумывать, чтобы красиво было, уютно было, в классах, везде, на территории, везде, все покошено, все побелено. Да и денег-то особых не нужно просто. Просто надо собраться, сделать. В Северском районе завершился краевой этап чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону. Традиционные личные командные соревнования, включающие бег и стрельбу из пистолета Макарова, прошли на полигоне Краснодарского университета МВД России в станице Григорьевской. В них приняли участие сотрудники полиции в разных возрастных группах. Всего 16 команд. Как отметили в судействе, большинство участников соревнований показали отличную физическую подготовку и огневую выучку. Теперь сборная главного управления выступит на чемпионате МВД в городе Владимир в августе. Сколько чашек кофе в день можно пить? Исследование провели американские ученые. Так, группа специалистов Национального института онкологии и Национальных институтов здравоохранения США в течение 10 лет изучала данный вопрос. Наблюдение проводилось за людьми в возрасте от 38 до 73 лет. Ежедневно каждый из них отчитывался о том, сколько чашек бодрящего напитка он выпил. Опытным путем ученым удалось выяснить, что те, кто выпивал до 8 чашек напитка в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14%. У пациентов, которые пили до 6 чашек, этот показатель составил 16%. Как отмечают исследователи, снижение риска преждевременной смерти наблюдалось у всех любителей кофе, вне зависимости от того, был ли напиток растворимый, молотый или без кофеина.